Всем привет! И сегодня у нас очередная распаковка посылки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставим лайки, подписываемся на канал, а мы начинаем. Распаковываем. Вот здесь вот. Здесь какой-то вкладыш для начала. Визитка. Было подарок. Фонная скидка, понятно. Пузырчатая пленка. И что же здесь такое? Понятно. И смотрим. Первые. Кто там? Заколочка. Такая вот. Вроде бы не фирма заказа. Темно-синий. Хамелеон. Следующий вот это. Брошь? Нет, не брошь, это заколка для волос. А, точно. Тяжелая металлическая, прорывается, типа со стразиками. Следующий. Тоже такая вот. Крабик. Крабик. Так вот, туговато чуть-чуть. Сейчас следующий вот этот. И смотрим. Что же это такое? А это брошь. Брошь? Да, вроде бы. Точно брошь. Я думаю, заколка. Проверяем на исправность. Угу. В виде стрелы. Ну, сейчас я закрою. Конечно, качество лучше. Да. Ну, тут всякая, короче. И попроще. Тут всякая. Тут все стоило. Батона. Все четыре товара. Держишь. Брошь. Так, чуть поближе посмотрим. Брошь, иди, стрелы. Очень такой жесткий, хорошая пружина, качество неплохое. Так, следующий у нас вот волосы кука и сердечко. Следующая такая вот заколочка. Вот механизм пружины не входит. Ну вот такие вот нам пришли сегодня товары с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ну а мы заканчиваем.